Площадок с современным покрытием в городе-курорте становится все больше. В период летних каникул они продолжают вести активную работу. Ребята приходят в футбол поиграть, потренироваться, но за спортобъектом тоже нужен постоянный уход. Площадка по улице Терской, 184, не новая, но выглядит она ухоженной, потому что ребята вместе со спортинструктором ее берегут. Более того, недавно провели субботник своими силами. По инициативе ребят при поддержке управления физкультуры и спорта было решено провести субботник, при котором обновилась разметка, покрасили ворота, повесили щит нехватающий, покрасили некоторые секции, которые сильно проржавели, ржавые. Вот. Обновили скамейку. Предстоит еще, конечно, работа доделать, разметку обновить, и благоустройство территории по периметру, траву убрать. Приводить в порядок любимое место игр школьники вышли с энтузиазмом. Человек 15-10. Мы мальчики подметались, девочки красили, тоже мальчики потом присоединялись сюда, красить на ворота. В чистоте и красоте и заниматься приятнее. Обновленная площадка, да еще и своими руками, притягивает еще больше.